Привет, народ. Ну что, мы всем просыпаемся. Привет. Погода у нас вот такая. Уйди, собака. Уйди. О, это наши бравые рыбаки. А что же вы мешки под рыбу не взяли? А у нас все там. Все там? Нам понятно. Нам еще лодку возьмем на прицеп, чтобы рыбу грузить. Давайте, давайте. Чтобы не протонуться. Да-да-да, а то вдруг перегруз будет. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Двое в лодке и три собаки. Вы свои сняли вообще? Не, еще пойдем снимем. Так, ребята, все. Поехали, мы попробуем снять постовухи. Ну, вроде вот ветерок, кстати, даже убавился. Я думаю, Миша, надо выйти вот так вот. Мимо саргасов. Да. Мимо саргасов как-то. Ничего, нормально мы плывем. Сейчас собираем постовухи, сегодня уезжаем. Но это тоже целое приключение, конечно. Не, лодка тема. Лодка теперь с нами будет ездить на рыбалке летние. Давай, хватай. Убегает? Рыба, что ли? Щука? Нет. Окунь в траве. Выкидывай его. О, тут еще живец живой. Пускаем. Сейчас я тебя отпущу. Конечно. Давай. Газуй. Конечно, Михаил Юрьевич, еще и вот это вот неправильно он цепляет рыбу. Надо ее за рот цеплять. Ну, не за рот, а как его? Нет, не за спину. Изо рта, чтобы торчало. Не из жабр крючок торчать должен. Что он переворачивается и в рыбу втыкается. И все. А так он либо вниз, либо вверх жалами торчит. И поэтому она его хватает, жует, жует, а зацепиться не может. Старается, старается и не зацепливается. Да, даже вот. С той стороны зайдем, да? Да, да, я под ветер зайду. Мне тогда маневрировать можно будет. Как-то хоть. Блин. Я сейчас к шесту подойду своим бортом. Вот ты возьми. Держись. Шест вырывать. Она на веслах вообще легко идет. Отличная лодка, мне очень нравится. Да? И ветер, вот я плавал сейчас на веслах. Да и под мотором она нормально идет. Просто вот там момент был, когда это самое. Момент был, когда этот. Трава. Держись. Оп. А все, чуть-чуть подтяни. Все, хорош, хорош, хорош. Но, короче, мне кажется, косячок, знаешь, в чем? Мой косячок, я знаю, в чем. В способе насадки. Нет. Я тебе объясню сейчас. Смотри, что делается. Вот мы сейчас находили несколько рыб, именно вот по такому принципу. Мы все насаживали, как ты просил. Через жабры. Смотри, поводок в рот, крючок из жабр. Да. А правильно насаживается, вот почему меня удивило, почему так насаживается? Правильно насаживается крючок изо рта.
торчит. Почему? Во-первых, смотри, что происходит. Вот мы несколько рыб находили каким образом. Вот у нее крючок из жабр я вставлю, да? А он переворачивается и втыкается в рыбу. И в рыбе сидит, то есть щука его хватает. Чувствует, не дает ее утянуть, и она ее выплевывает безнаказанно. Когда она у нее торчит изо рта, крючок, она он стоит либо так, либо да, по-любому как, жало всегда снаружи, потому что, ну, в голову они не втыкаются, всегда наружу. И когда она ее запихивает, она же хватает поперек, разворачивает головой к себе и начинает пихать. И уже крючок зашел, все. А тут вот у меня несколько живцов прямо в них, вот, ну, вот так вот развернуты, и жало в живце. Посмотри, с другой стороны. Стоят. Грибы, зверски люблю собирать, не ем. Антон Валерьевич, а вот эту рыбу, гольца пробовал? Конечно. Понравилось? Конечно, да, очень вкусно. Ну, такую-то рыбу можно есть? Я говорю, есть, не люблю. Не, мне... Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Тебе процесс... Голец, это речная рыба, или морская. Щемка, если дикая, люблю. А вот эту деревянную, кормовую щемку, рядом. Ну, ешь как говядину. Есть, ну, понятно. Ехать. И оно у меня ощущение такое. Сразу бы мы туда, ну, лежит она на столе, вот когда едят. Я гляну. По реке мы, ну, для приличия могу. Понятно. Кусочек съесть. Была рыба, ну, так. А плюс еще какая, сейчас проблема с зубами, так теперь вот мне. Здесь. И дорога бы была прямо туда. Было бы. Так, ну мы здесь кучу все собрали. Там куча собралась. Там еще знает, что это самое. Да, вот. Так, ребят, оставляем лагерь собираться. А я поехал, посмотрю, может быть, где-то есть дорога. Уж очень мне не хочется по болотам опять 4 раза кататься туда-сюда, чтобы перевезти весь груз. А то я буду целый день только и есть. Если найдем дорогу по... проще, то сможем загрузить все вообще на вездеходы и пойдем такой дорогой. За птица, ребят. Так, ребята, лагерь собирается, а я сделал вот такую красоту. Ну, посмотрите только, что у нас получается. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас все это зажарится как. Котлетки. Котлетки я сделал, ребят. Вкусные, красивые котлеты. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «О-Грил». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду GERASIMSHER. Ссылка в описании. Ух, ёпа! О, бы сейчас кадр был! Лишение бороды! Представляешь, пластмассовый кокон такой. Андрюха, ёлки-палки, аккуратней, давай. Смотри, ты чё. Вот даже жидкая фракция пошла, баллон вниз, башку. А ну, бляха-муха, вы же отсюда! Да, он все!
Закончилась погрузка шерпа. Через шерп не видно света. Все много, все плотно. О, давно у нас так плотно не загружалось. Вон ведро с бананами даже есть с собой. А наверху еще лодка лежит. Палатка собирается следующим образом. Ну, покажи. Делаете все приседания. Опа. Ага. Приседания делаем. Пошли на улицу. Пошли на улицу. Теперь смотрите, делаем вот так вот. Раз. 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 Да? Вот так вот. Теперь берем за ножки и вот так вот ее собираем в кучку. А, блин, забыл, ребятки. Входную группу разобрать забыл. Непривычно мне просто. Сейчас сделаем. Много глаз было. Да, слишком много глаз было. Много глаз было, поэтому... Входную группу забыл разобрать. Палочки не разобрал. Да, не говори. Ничего страшного. Я просто ее второй раз разбираю, поэтому так медленно. Ничего страшного же, да? Мы простим. Вот, вот, я тоже так думал. И вот здесь вот вытаскивается еще одна. Три палочки. Вот так вот. А, она завязана. Вот так вот. Все. Палатка у нас собирается вот так вот. Полностью. В кучку. И кладется в тент. Быстро же, да? Вон тент. Ой, слушай, что-то 20 рублей где-то. 20 рублей? Да. Вот сюда вот. Надевай как. Вот тент мне, сразу говорю, не нравится. Производитель, верните тент, который вы делаете на зимней палатке. Вот эту тряпочку с колечками. Это будет здорово. Тогда можно будет в любом состоянии. А, там просто тряпочка. Там просто тряпка, да, как лодку. Раз, раз, раз. Да, да, совершенно как верно. Вот совершенно, у них на зимних палатках такие есть. А тут вот, видишь, ну, надо что-то... Молния это может быстро... Да, молния сломается, еще что-то. Как бы не надо гнаться за красотой, лучше практичность. Мне гораздо больше нравятся те палатки, которые были. А колышки где у нас? Колышки. Вот нет, нет, колышки. Вон они в мешочке там. Все там, да? Да, все. Все отлично. Вот так вот за 2 минутки она собирается. А умеючи и за минуту можно управиться. Колышки, если сталкивался, я в свое время детям делал из электрода. Не, нет, жалеют, тут, не... тут такие модные колышки. Ну понятно, когда это самое, но когда уже... Все, Кирилл Витальевич, давай застегнем. Вот такой тент. Очень нам пригодился, сохранил наши вещи сухими. Для переодевания удобен. Удобен же для переодевания. И не занимает много места. Да, хорошо. Хорошо, вот, сейчас собери, да? Как гамет, тема? Хорошая палатка, хорошая. Да? Все быстренько, она маленькая. Ну, барбос красный, ну, где ободрался? Давай, давай, давай. Где ободрался? Вот, подожди. Ну, давай. Собак не уложишь, что? А я это возьму на руки, по-моему. Вот такая загрузка у нас. Ладно, давай. Давай. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, давай. Вперед. Ай, идем. Пошли. Где продукты сейчас? А я тебе говорил, да. В продуктах будет сидеть. О, привет, да. Ты сейчас ты с какой стороны сидишь? Я, наверное, с правой стороны. Тут пойдешь? Или там? Мне лучше не слева. Слушай, здесь. А? Мне лучше здесь. Ближе, там слева. Ну, давай, где выходить?
Вот здесь буду выходить. Собаки. Андрюха сидит там. Так, все вроде на месте. Да. Так, друзья, ну все, мы уезжаем. Вот у нас такая загрузка на крыше и вот такая внутри. Мотор, лодка, я везу две лодки, моторы, барахла тут, короче, не знаю, очень много везем. Очень много. Ну, вроде поедем по дорогам, поэтому надеюсь, что... Антон Болеславич... Шутка ли? Хорошо нагружен, ребят. Великое переплавление лесника через озеро. Бьет репортаж Мишка. Мы, похоже, в каких-то торфах жутких. Но это не мешает леснику преодолевать это водное препятствие. Давление сбрасывай. Надо было сходу все это сходу делать. Сходу надо, конечно, это делать. Давай, 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 давай. О, красавчик, а! Давай, 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 давай. Жуков гараж. Ведущее тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений. Оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка.
это я понимаю. Автомобиль. Хотя, в принципе, подкачай, потому что мы сейчас загруженно сильно идем. Наш клиент по встречке шпарит. Почему по встречке едем? Документики, пожалуйста. Василий! По встречке что едете? У тебя если форму одеть. Вот майор вылез. Ну? А полковник? А это что за говорящая голова? Вот они, люди с большой дороги. Та-та-та-та-та, припал! Это яйца, товарищ! Ты смотри, даже останавливаться не хочет. Ага! Ага! Все! Все, дорога нет! Росишь опасный занен! Объезд 200 километров! Объезд! Нет! Яйкер! Них, дяденька, них ничего. Он русский шнапс, самоугонка. Найн, их бин гейн ахдетафль. Риба давай, все давай. Что есть у вас? Собака давай. На медведя пойдем, на приваду. Пойдешь, Астра? На медведя, на приваду пойдем с тобой? А? Так, ребятки, у нас топливо подзакончилось. Хотел я заправить вездеход, да. Мишаня говорит, вот туда вот куда-то в рундук засунул. Это самое, ну, под пол засунул заправочную станцию. Я так заглянул. Думаю, нет. Что-то я туда не полезу, наверное. Вот. Пока вот так вот жгем костер. Ждем лесника, будем с лесника заправляться. У него в колесах канистры стоят. Это Кирилл Витальевич сделал себе костер, греется. Кирилл Витальевич, вы наблюдаете крупную рыбу? А не крупную. А какую-нибудь? А? Мутная? На мосту, ребят, уже растут деревья. Вон какое вымахало дерево. А вон елки растут. И вот елки растут на мосту. Все, давай. Будет.
Вездеходы «Лесник» серии «Лесник М» «Экстрим» и «Профи». Надежные, неприхотливые, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду «Герасим Шерп». Подробный обзор вездеходов в описании. Так, ребята, решил я сварить плову. Красота! Сейчас морковочку почистим, барашка мясо возьмем, рис, все,